Проснувшись сегодня утром и выглянув в окно, краснодарцы увидели вот такую неприятную картину. Но прервать тренировочный процесс погоде не удалось. Начали. На часах не было еще половины 10 утра, а горожане уже начали занятия в тренажерном зале. Не жалея сил, быки работали над своими физическими данными. Немного изменив свои планы, после тренажеров команда отправилась на перерыв, а после обеда, когда об утреннем ненастье напоминал только небольшой шторм на море, подопечные слова Любомуслина переместились на футбольное поле. Там после небольшой теории, а именно анализа прошедшего матча, команда, разделившись на несколько групп, приступила к тренировке. Полевые игроки, которые вчера провели на поле большую часть матча, стартовали с пробежки, после чего завершили свой рабочий день стрейчингом. Вторая группа начала занятия с работы в квадратах. Вратари, по традиции, занимались по своей программе. Затем вторая и третья группы объединились и, сдвинув ворота, приступили к самой интересной и зрелищной части тренировки – двустороннему матчу «Красные против черных». В итоге команда в черных футболках одолела своих соперников на последних секундах игры, победив со счетом 5-4. После чего команда отправилась в отель любоваться красивым видом из окна и набираться сил перед новым рабочим днем.